Отель Alibaba Palace находится на первой береговой линии в 10 минутах езды от аэропорта Хургады. Он был открыт в 2001 году рядом с более старыми соседями Аладдином 95 года и Жасмином 88 года строительства, с которыми до сегодняшнего дня имеют общую территорию, в частности аквапарк и шикарный продолжительный пляж. Сразу оговоримся, что Жасмин уже давно не функционирует как самостоятельный резорт, но его территория и море доступны для гостей Алибабы, и это огромный плюс. Позже объясню почему. Начнем с ресепшн отеля. Здесь расположена практически вся инфраструктура. Рестораны, бары, ночной клуб, станция свежевыжатых соков, бильярд, боулинг, ледяной каток, единственный в Хургаде, и даже Kids Club, что очень странно и нетипично для египетских отелей. Детский клуб на втором этаже ресепшн – светлое, чистое, просторное помещение с ковровым покрытием, телевизором и анимационной программой на каждый день. По системе «Все включено» работают два основных ресторана – «Белла Италия» и «Ринг Три». Вход в оба с ресепшн. Меню на горячие блюда разное. Можно набирать еду и там, то есть перемещаться с тарелкой из одного в другой. «Ринг Три» более просторный и с верандой. В «Белла Италия», возможно, из-за замкнутости пространства, запах моющих сильнее продуктового. Понятно, что намерения благие у тех, кто за чистотой следит, но не нужно борщить, либо как-то усовершенствовать систему проветривания. Ассортимент блюд вполне приличный. Рыба, мясо, птица в нескольких вариантах, гарниры и овощи тоже, много зелени и есть свеженарезанные салаты, что радует. Никаких излишеств, само собой, нет и быть не может в этой ценовой категории. Все вполне вкусно, посуда чистая, целая, не пластиковая. Напитки можно самому брать и официанты носят. Интересно, что есть азиатский ресторан с достаточно богатым меню индийских, китайских и японских блюд, но это за дополнительную плату. Пляжный ресторан открыт в течение дня. Здесь фастфуд типа бургеров, пиццы, хот-догов, шаурмы. Есть картошка фри и салат-бар. Очень вкусные лепешки из печи. Это прям отдельное блюдо. Можно без ничего есть, особенно если еще горячие. Пакетированное мороженое платно. Бесплатное шариками есть только в пул-бар на бассейне. В баре аквапарка только напитки. Перекусов не замечено. Аквапарк находится между Алибабой и Аладдином. В зимнее время подогревается, что важно для ветреного Египта. Лифтов к высоким горкам нет, только лестница. Горок не так много, как, например, в Неверленде, но очень даже достаточно для отеля с отличным морем. Я была практически во всех отелях Хургады, и есть у меня теория на их счет. Если резорту повезло с пляжем, то руководители не будут заморачиваться по другим направлениям, например, ставить горки или улучшать сервис, даже при высокой цене, как, допустим, в Континентале. Если же море никакое, как в Джадзах или Титаниках, то ловите горки. Исключение в этом правиле Синдбад, ссылка на ролик о нем будет в описании, и Аладдин с Алибабой. Кто-то скажет, но ведь в Sunrise Garden или Palm Beach тоже пляжи супер и горки есть. Это да, но горки там скорее для красоты, самые элементарные. Территориально аквапарк находится между въездом в Алибабу и ресепшн, но войти оттуда не получится. Нужно пройти ресепшн насквозь во внутренний двор отеля и повернуть налево. Далее пройти через Аладдин вдоль госпиталя. Большая детская площадка есть рядом с ресепшн. Ночью она освещается. Детей в отеле очень много. До 10 вечера на площадке аншлаг. Удобно, что рядом сцена с вечерней анимацией и бары. Родители могут отдыхать поблизости и при этом присматривать за детьми.
Еще одна площадка с качелями и горками есть на Жасминовской территории. Там же мини-зоопарк с обезьянами. Территория Али-Бабы бунгального типа. Высоких зданий нет, только двух- и трехэтажные корпуса. Категории номеров: стандарт-рум нереновированные и делюкс-рум со свежим ремонтом. На карте подписаны корпуса с номерами делюкс. Их много. Есть фэмили. Они представляют собой два делюкс-номера, соединенных дверью. Чаще всего финансово выгоднее забронировать два отдельных, чем один фэмили, и при заселении попросить коннект. Один из корпусов «Делюкс» находится фактически на территории «Аладдина». Туда нас и поселили. Вид из номера либо на дорогу между «Аладдин» и «Али-Баба», либо на «Аладдиновский сад» и «Бунгало». В нашем номере был сейф, чайник, халаты, гель для душа только в дозаторах. Между спальней и душевой кабиной стекло и есть жалюзи. Веранда с видом на дорогу. Уделю особое внимание бутилированной воде в номерах. Именно в этих отелях несколько лет назад мы отдыхали большой компанией, человек 15, и многие тогда сильно отравились, включая лично меня, хотя ранее такого со мной никогда не случалось. Причина была именно в воде. Запах из бутылок был ярко выраженный, хлорированный. Мы даже приносили бутылки на ресепшн и просили разобраться. Сейчас, открыв бутылку, дочка отказалась пить. Мне тоже не понравилось. Такую лучше прокипятить как минимум и пробуйте сами, прежде чем давать детям. В кулерах по всей территории вода лучше. Часто туристы рассказывают, как отравились в отелях едой. Я думаю, чаще дело именно в воде. Это касается всех отелей. И последняя, но не по значению, тема – пляжи и море. Вход в воду на любой вкус. В Жасмине – песок, в Аладдине – спирса, в Али-Баба есть и песок, и камни. Лежаков всем хватает, по крайней мере на участке Али-Бабы, нет нужды утром бежать занимать. Жасминовские, конечно, быстрее разбирают по понятным причинам. В самом начале ролика я говорила о том, что пляж неработающего отеля «Жасмин» доступен гостям Али-Баба. Именно эта часть берега нам нравится больше всего.
От белого, мелкого, глубокого песка дети будут в восторге. А таких шалашей я вообще не видела в других отелях. Они полностью закрывают от солнца, но при этом продуваются, то есть внутри не душно. Уложить там спать малышей идеально. Никакой зонт такого эффекта не даст. Подписывайтесь на канал и приятного всем отдыха!